Два знаменательных праздника в один день. 12 июня саровчане отмечают и День России, и День города. Отличная солнечная погода и хорошее настроение. Это ли не повод провести это время в кругу близких и друзей? А за что же саровчане любят свой родной город? Пойдемте узнаем. За зелень. Все. Маленький, удобный, зеленый, чистый. Защищенный даже, вот то, что ограда есть, это тоже. Какие достопримечательности Сарова вам нравятся больше всего? Конечно, Серафим Саровский. За что вы любите Саров? Ну, скорее всего, наверное, за его красоту, чистоту, которая поддерживает его. Ну и за его гостеприимство. Чисто, аккуратно. Люди вежливые, культурные. Все аккуратно, у нас все хорошо. А я желаю горожанам в каждом деле успешности, в каждом слове искренности, в каждом взгляде внимания, в сердце любви и радости, а в жизни счастья и процветания. Вот пообщаешься с такими позитивными людьми, и сразу настроение поднимается. Город у нас классный? Ну да. Конечно. Чем он вам нравится? Ребенка, наверное, да, спокойно воспитывать? Ну да, не страшно. Безопасный город. Очень нравится, тихо здесь. А за что вы любите Саров? Есть куда сходить, что посмотреть. Ну а праздничное настроение сегодня не только у жителей нашего города, но и работники канала 16 тоже не отстают. Вот для того, чтобы сделать такой интересный кадр, оператор канала 16 улетел буквально в небо. Не переживайте, с ним все в порядке. А за что вы любите наш замечательный Саров? Вот люди едут на юга, мы не ездим, мы здесь отдыхаем хорошо. Вот. Всех поздравляем, удачи, здоровья. И наш город всем нравится и знает везде, откуда не ездил, откуда, с Сарова. Знаем, красивый у вас город и чистый, главное, чистый. Скажите, пожалуйста, а за что вы любите Саров? Место моего рождения. Коренные саровчане должны любить свой город. Ну а редакция канала 16 присоединяется к поздравлениям с Днем города. Любите наш город и берегите его, и смотрите канал 16. А с вами работала Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, служба новостей Саров 24.